Новая фотозона и очередное место для романтических свиданий. На площади Пушкина у фонтана появилась уже вторая по счету арт-скамейка. Эту презентовали артисты театра кукол. Лавочку решили оформить в стиле теневого театра. Дизайн разработала художник Любовь Болдырева. Спинку украшают различные сказочные персонажи. Ведьма на метле, принц и принцесса, дракон. Лавочка – это своеобразная визитная карточка театра, рассказали авторы идеи. Она создает единое арт-пространство. Выходя со спектакля, маленькие зрители и их родители могут посидеть и обдумать увиденное, погрузившись в атмосферу сказки. Сама лавочка со временем, ближе к лету, примет такой яркий красочный вид, потому что сейчас еще сыро, ее покрасить окончательно еще пока не получается, а к лету она уже будет яркая. Напомним, год назад первую арт-лавочку открывали артисты Ивановского театра драмы. Инициатива по созданию следующей скамейки переходит музыкальному театру.